За полувековую трудовую деятельность мне пришлось работать со многими руководителями. И надо сказать, что нашему коллективу несказанно везло на наших лидеров. Каждый из них был яркой личностью, очень яркой звездой. Но на этом небосклоне звезда Ильшата Гафурова, мне кажется, что вспыхнула по-особому ярко, по-особому красиво. Все, что связано с именем Ильшата Рафкатовича, связано, безусловно, с развитием и подъемом. А чего стоят те 13 лет, которые Ильшат Рафкатович отслужил на посту главы Елабужского муниципального района? Ведь это были годы самого большого подъема нашей любимой Елабуги. Столько было всего сделано, уважаемый Ильшат Рафкатович. И елабужане и по сей день с благодарностью вспоминают эти годы, когда в городе строились спортивные объекты, когда историческая часть преобразилась, когда мы все заново смогли полюбить Елабу. Гафурова Ильшата Рафкатовича я знаю уже давным-давно. Он тоже местный был. Как мэр он относился, конечно, очень хорошо к городу. На ноги город поднял, озеленили город, благоустроили, памятников много поставили. И сам по себе он, как сказать, ответственный был. Ну, дай бог ему здоровья дальше руководить. Весь город был очень чистый и ухоженный. Мы каждый год с ним встречались в Доме техники, поздравляли нас как жен работников милиции. И вот мы с ним каждый год встречались. Он лично сам всех поздравлял. Ильшат Рафкатович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни. Кокарь Ивана Александровна. О нашем Гафурове. Да. Этот был прекрасный человек. Город всегда блистал. Был очень чистый. Всегда все в порядке. Все убирали возле себя. Вся администрация, неважно, кем они работают, все они все убирали. Вам здоровья крепкого, счастья, всех благ. Здоровья, здоровья и только здоровья. И всего полного, и благополучия. Как говорится, тост не буду говорить. Так коротко. Здоровья. Ильшат Рафкатович, поздравляю с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Всего хорошего. Здоровья. Спасибо, что вместе работали когда-то. Ильшат Рафкатович, разрешите поздравить вас с днем рождения. От всей души пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И сказать спасибо большое за то, что вы сделали для нашего города. Мы это помним. И никогда не забудем. И вот мы бы хотели еще, чтобы вы к нам вернулись. У меня остались очень хорошие о нем впечатления. Вот когда он был в свое время у нас мэром, то нас, вот тех, у кого погибли сыновья в Афганистане, нам уделялось очень большое внимание. У нас и есть в ДК и фотографии, у меня много с ним есть. Нас когда поздравляли, мы выходили на сцену. Желаю ему крепкого-крепкого здоровья, успехов, чтобы все у него было хорошо. Ильшат Рафкатович, вы сизны шын күңілібізден юбилейгіз білен тәбрик етебіз. Біз 15 йыл элек шушы матур бинаны тәмамлаған студентлар. Біз сізге сәлеметлік, бәхет, шатлық, ғайле иминлігі, ұзын ғұмыр, тыныш тұрмыш, бәхетлі келешек, ішіңізде зор ұмышлар. Университетті тағын да юғарырақ биіктіктерге көтеруіңізді шын көңілден тілейміз. Дорогой Ильшат Рафкатович, мы очень рады поздравлять вас с юбилеем и пожелать вам очень больших успехов, которых вы еще достигнете, мы надеемся. Мне посчастливилось с вами учиться на физическом факультете Казанского государственного университета. Еще больше посчастливилось, что мы начали здесь свою трудовую деятельность и постарались пойти в науку. Мы радовались вашим успехам. И не только в том, что вы стали кандидатом физмат-наук, были очень перспективным ученым. Мало того, вас уважали, любили наши студенты и коллеги. Мне вспомнился один случай, когда мы с вами шли через плотину ночью со стройотряда. Страшно было, но с вами уже ничего не страшно. Поэтому эту поддержку и ваше плечо мы чувствуем и сейчас. Поздравляю вас. Пусть будет хорошо вам, вашим близким, счастья вам и здоровья. Очень приятно присоединиться к тем поздравлениям, которые звучат в ваш адрес в эти юбилейные дни.
Юбилей – это дни, когда подводятся какие-то определенные итоги своей собственной жизни. А в вашей жизни таких итогов достаточно много. Это развитие города нашего, это развитие нашего университета и развитие нашего института в рамках Большого Казанского университета. Уважаемый Ильшат Рафкатович, я поздравляю вас с вашим юбилеем. Я желаю вам здоровья, что актуально в сегодняшние дни. И, конечно же, вам новых достижений, новых успехов. Ибо в этом большом вашем успехе будет успех и нашего института, и нашего коллектива. От имени всего коллектива отделения математики и естественных наук, от себя лично, я поздравляю вас с днем рождения. Мне особенно приятно говорить эти слова, так как я был вашим учеником в прошлом, а сегодня мы вместе развиваем наш университет. Те далекие годы, студенческие годы, вы нам читали курс электротехники. Сегодня я сам читаю многие прикладные курсы, радиотехнику, электротехнику, энергетические дисциплины. Особенно мне приятно видеть, как мы развиваемся в составе федерального университета. Мы и наш коллектив желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и хотим, конечно, чтобы вы стали не только дедом, но и прадедом. Многоуважаемый Ильшат Рафкатович, мы с гордостью вспоминаем, с гордостью говорим о том, что вы, как елабужанин, как бывший глава нашего района, возглавили Федеральный университет Казанский. Все елабужане вас помнят, хорошо помнят. Особенно мы благодарны вам за наш институт, что вы его взяли под свое крыло. Вы его часто вспоминаете, часто приезжаете, помогаете. Институт абсолютно преобразился. Прекрасная материальная база, прекрасный коллектив, множество новых специальностей. Мы даже об этом мечтать не думали в свое время. Спасибо вам за это. Крепкое вам здоровье, счастья и долгих лет. Казан федераль университетының Алабуға институт студентлары сізіне туған күн көркем юбилейіңіз білен құтлай. Біздің үшін тудырылған мүмкіндіклер барысы да сізнің башланғышта тұрмышқа оша. Біз сізге хишіксіз рахметлі. Ильшат Рафкатович, келешек тұрмышығызда да сізге құрыштанық сәлеметлік, исәнлік, именлік, хәмінді тұрмышта оңышлар тілейбіз. Ильшат Рафкатович, я вас поздравляю с днем рождения. Я вам желаю счастья, успеха на работе и благополучия. Мы стали частью университетской семьи, обрели второй дом, а может и родину. Спасибо вам большое за поддержку в трудные времена и спасибо за возможность раскрыть таланты. Добра, любви и счастья вам и вашим близким. Ильшат Рафкатович, с юбилеем! Мы только что окончили школу, но уже можем говорить, что учились в КФУ. Мы гордимся тем, что являемся первым выпуском университетской школы. Мы уверены, что школа будет преображаться и дальше. И я завидую своему младшему брату, который будет здесь обучаться. Ильшат Рафкатович, поздравляем вас с днем рождения. Пусть сбудутся все мечты и самые смелые планы. Мы хотим пожелать вам, чтобы вы и дальше сохраняли неугасающий интерес к жизни и работе. Пусть будет много сил и времени воплотить все идеи в жизнь. Уважаемый Ильшат Рафкатович, в эти праздничные для вас дни хочется пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, покорения новых вершин нашим Казанским федеральным университетом. Я с большой благодарностью к судьбе отношусь, потому что я на протяжении уже 20 лет считаюсь членом вашей команды. Огромное спасибо вам за это доверие. И сегодня на посту директора Елабужского института Казанского федерального университета говорю от имени и студентов, и преподавателей. Каким удивительно другим стал наш вуз. И, безусловно, то, что в небольшом городе Елабуге присутствует вуз федерального масштаба, это огромная заслуга именно ваша. Уважаемый Ильшат Рафкатович, и город, и университет – это ваша жизнь. А жизнь нельзя не любить. И я с большим удовольствием хочу пожелать вам еще больших свершений. Пусть труд соседствует с вдохновением.
и каждый день направляет вас на еще большие дела. Безусловно, счастья вам, безусловно, здоровья вам. И пусть Всевышний оберегает вас и ваших близких.